Всем привет, мои дорогие подписчики! Хочу представить вам новый свой эскиз. Там нарисована амазонка, воинственная женщина, охотница, вот, представительница такого сильного сословия девушек. Вот, когда-то они существовали на нашей планете, я решил одну из таких изобразить. Мне очень интересная шапка в виде головы льва, всякие узоры, пирсинг и куча всяких прибамбасов. В общем, симпатичная девушка получилась. Это тату-эскиз идеально подойдет на вытянутую часть тела, то есть руку, ногу. Это унисекс, может делать такую вещь на себе и мальчик, и девочка. В общем, отлично будет смотреться. Можно черно-белую, можно цветную, это просто эскиз и как бы подготовка к будущей тату-работе. Ну, на этом не знаю, что еще сказать. Пока, смотрите.